На этой свадьбе гулял весь современник. Счастливый жених, утонченный красавец Олег Даль и задумчивая невеста Нина Дорошина. Гости заметили. Актриса словно в полусне, механически улыбается, встает, как по команде, на крики Горько, целует Олега без особой страсти. Но едва в комнате появился Ефремов, как глаза Нины вспыхнули огнем. Пришел, как говорится, да, с отмашкой такой, а вот он и я. И он в какой-то момент сажает невесту себе на колени. И, ну, представляете, жених, да, невеста, он на колени сажает и говорит: а все-таки любит-то она меня. И Олег Даль совершенно, вот, что называется, посерел и исчез. 3 дня его не могли найти. Он вернулся домой пьяный и сразу подал на развод. Его брак с Ниной Дорошиной не продержался и недели. После того, как артист сорвал свадьбу своего друга, он вернулся к беременной жене Алле Покровской. А Нина снова осталась одна.